Дитяче захоплення футболом з роками стало визначальним у житті Копильовича. Хоча до спортивної журналістики Аркадій Борисович торував ще дуже довго. Все почалося доволі прозаїчно і невимушено, а поштовхом у цьому була... Футбольна команда «Металург», все з неї починалося. В принципі, я болів за неї десь там з 50-х років, але підйом почався где-то в 59-м, вот, 60-й год, чемпионский год «Металлурга». «Металлург» выигрывает зону класса «Б» и должен играть две стыковые игры с победителем другой зоны, Николаевским судостроителем. Эти обе игры проходили в Киеве на центральном стадионе. Идет репортаж. Я на смене на заводе. Я работал прибористом тогда. Шестичасовая у нас смена была без перерыва на испытательной станции. И идет репортаж. Я слушаю, «Металлург» выигрывает первую игру 6-2. Меня переполняет чувство гордости за нашу команду. И у меня появляется желание об этом рассказать всем. Я беру, вырываю листок из журнала, ну, в который мы записывали проведенные работы. Каллиграфическим почерком пишу, что сегодня состоялся т.д. Это была первая моя информация. И затем кто-то срывал неоднократно, то ли себе, потому что я указал там авторов голов, все было там указано. Я возобновлял, трижды возобновлял, и впоследствии об этом узнал секретарь партийной организации цеховой. Он заказал, мне сделали специальный стенд, и там уже я вывешивал новости. А потом впоследствии вообще там отдельно был раздел «Чемпионат СССР», «Класс Б», «Сборная СССР», значит, все они. И впоследствии еще более такой объемный стенд был у меня в воинской части, в которой я служил. Так что я шел с этим по жизни. Заробляти на життя доводилося іншим чином. Аркадій Борисович тривалий час працював за спеціальністю. Має технічну освіту, свого часу закінчив машинку, хоча іноді траплялися у житті і несподівані винагороди від журналістської справи. Був такий великий матеріал, там, «Путі отців, дороги синовей». Значить, о том, я дав задання ребятам, вони запросили у своих отцов, у тех, кто воевал, воспоминания о войне. Вот эти служат здесь, а те служили в годы войны, отцы. Вот такой материал появился. И мне за него заплатили 28 гривен. Это была как раз стоимость радиоприемника «Альпинист». И он мне в армии, конечно, был очень кстати. У далекому 62-му році наш герой таки вирішив спробувати газетярського хліба. Спочатку позаштатником у місцевому виданні «Комсомолець Запоріжжя», хоча для остаточної зміни професії ще знадобилося 5 років. Потім була праця в газетах «Індустріальне Запорожжя», «Наш город» і «Запорізька правда». При всіх недостатках, які були тоді, жити було все-таки краще. Мы зарабатывали немного, но каждый год мы уезжали дикарями в Прибалтику, на Иссык-Куль. Попробуй сейчас поехать. Даже зарабатывая месяц 3000, никак не выкорешь. Комунікабельний, цілеспрямований, відповідальний. Ці риси Аркадія Борисовича відзначають усі колеги та близькі. Крім того, иметь друзей и быть другом, это, как говорят одесситы, две большие разницы. Так вот, Аркадий как раз относится к категории тех людей, которые по-настоящему друзья. И сам он очень ценит это, ценит людей.
Поссориться с ним мне, в принципе, удавалось, особенно на каких-то таких непрограммных вопросах, типа правее или левее стать. Но все это никогда не перерастало ни в обиды, ни в бурчание, ни в ворчание. В этом смысле Аркадий действительно пример достойный подражания. У 2009-му, під час святкування Дня міста, на набережні, під час урочистого мітингу, наш герой з рук президента країни отримав нагороду та посвідчення заслуженого журналіста України. До речі, серед спортивних журналістів це високе звання у нашому регіоні має ще одна людина. Відомий спортивний коментатор Михайло Рибенко, з яким у нашого героя протягом багатьох років склалися чудові стосунки. Якраз до нагород та усіляких призів, котрих за своє життя чимало зібрав журналіст Копильович, сам Аркадій Борисович ставиться з легкою іронією. Спорт настільки многогранен, що постичь всі його види невозможно. Я ніколи не вважав себе там, лучше других. Може бути, не хуже, але не лучше.